Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в поселке Витязево. Меня зовут Юрий Азаровский. Мы сегодня с вами находимся на улице Горького, 83. Мы снимали эту гостиницу ранее, а сейчас расскажем о том, как снижаются цены и как вас тут будут рады видеть еще и в сентябре, и в октябре. Приезжайте к нам на отдых, тем более погоду обещают аномально теплую и прекрасную. Мы на это очень сильно надеемся, что все так и будет. Своя собственная парковка по фасаду и в ту сторону, а также отсюда ходит прям вот отсюда машинка на Тартугу вас отвезет. И рядышком находится красно-белая. В ту сторону находится магазин «Пятерочка». Также рядышком есть шашлык по 55 рублей. Мы его вчера ели. Он действительно хороший. Парковка проблем не будет. Все под камерами. Заходим на территорию. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Игорь. Я управляющий гостевого дома «Антураж». Дорогие друзья, давайте сделаем небольшой обзорчик по территории. Здесь можно увидеть, что есть ногомойка при входе, бассейн. Расскажите про глубины. Бассейн идет с пологим дном, 1,40 м, 1,70 м. Также есть лежачки, столики для того, чтобы можно было посидеть рядом. Это же не туя, а можжевельники такие растут здесь. С правой стороны здесь зона для питания есть. Имеется термопод, чайная станция, чай, кофе. Бесплатно, да? Да, все верно. И можно зайти пообедать. То есть вот вам, пожалуйста, ценники на питание. Какие есть. Мы в прошлый раз съемки пробовали. Очень вкусно кормят. Знаю, что также много наших подписчиков приехали. У них какие отзывы о питании в вашем гостевом доме? Очень хорошие отзывы о питании. Всем очень нравилось. Кушали большинство, потому что все говорили вкусно, по-домашнему. Готовим с душой, так как положено. Самое важное. И тем более без риска для вашего здоровья, потому что вы едите в одном и том же месте. Это тоже немаловажно. Здравствуйте. Здравствуйте. С правой стороны небольшая такая детская зона, чтобы ваши детки смогли поиграть, отвлечься, пока вы, допустим, будете питаться. Также есть батут и еще такие вот столики, чтобы посидеть. Раз в неделю мы проводим для деток анимацию детскую. Это бесплатно, все входит в стоимость. Лежаки находятся на солнышке. Сейчас время съемки час дня, и вы можете увидеть, что солнца достаточно, чтобы даже не ходить на море, можно было именно здесь загорать. В прошлый раз мы не сняли этот номер, так как его очень любят, он постоянно занят, вот он наконец-то освободился. Так, своя зона отдыха. Номер рассчитан на 7 человек. То есть мы в прошлый раз его не смогли снять, и в этот раз тоже у нас есть только один день для этого. Итак, при входе у нас диван раскладывающийся, место для хранения, сплит-система, такой вот столик с зеркалом, телевизором, еще один столик. Этот диван также раскладывается. Место для хранения одна сторона, вторая сторона. Есть своя собственная кухня, холодильник, газовая плита, вытяжка, набор посуды, столешница, стол для того, чтобы сесть, перекусить, чайник, то есть полностью весь набор посуда. И еще одна комната, в которой может разместиться еще трое человек. То есть двуспальная кровать и раскладывающееся кресло. Также с телевизором и сплит-системой отдельно. Есть тумбочки прикроватные и есть место для хранения. Вот так вот выглядит вторая часть. Еще вот такой вот столик симпатичный. Это санузел в этом номере. Раковина, вот такое зеркальце со шкафчиком, туалет и большая зона для того, чтобы помыться. Стоимость этого номера на данный момент 3500 рублей. 7 человек, это по 500 рублей с человека. В прошлый раз не снимали, было тоже занято. Есть еще один настоящий домик, деревянный. Рассчитан до 5 человек. У него есть вот такая своя зона отдыха. Также в гостевом доме, как оказалось, есть мангальная зона. Есть набор шампуров, сеточка. Этой зоной могут воспользоваться абсолютно все гости. Сам домик. Это опять-таки кухня, холодильником, чайником, газовая плита, набор посуды. И здесь вот такая вот зона для того, чтобы поесть и отдыха. Есть сплит-система, телевизор. Вот этот диван раскладывается. Это два спальных места, прикроватные тумбочки и вот такая вот еще отдельная комната. Здесь односпальная кровать и двухспальная кровать. То есть еще на троих. Также есть комод и шкаф. Так вот выглядит первый, так вот выглядит второй. Имеется также свой санузел.
туалет, раковина, фен, водогрейка своя стоит, вот такая вот душевая. Отдохнуть в этом домике можно за 3000 на данный момент. Это по 600 рублей с человека. И уже поспевает виноградик. Есть вот такой вот еще домик сверху. В прошлый раз также не показывали. Есть такое место для отдыха. И заходим внутрь. Свой холодильник с чайником. Номер полностью изолирован. То есть в правую сторону дверку заходим. Здесь есть стол, чтобы посидеть. Сплит-система, телевизор, двухспальная кровать и две односпальных кровати. Есть стол и место для хранения. Шкаф выглядит вот так. Смотрим в другую сторону. Здесь двухспальная кровать и односпальная. Две тумбочки, шкаф, стол, телевизор и сплит-система. Шкаф выглядит вот так. Третья дверь – это санузел. Туалет, раковина, зеркальце и душевая. Сейчас этот номер можно снять за 3000 рублей на 7 человек. На территории работает Wi-Fi. Также вот в основном корпусе есть вот такая вот зона для отдыха, в которую можете прийти, если вдруг не Настя на улице, посидеть и время провести. Хотя в этом году не Настя у нас практически и не было. У нас действует специальная акция для многодетных и пенсионеров, дополнительные скидки. В основном корпусе на этаже есть гладильная доска с утюгом. Смотрим с вами номер на четверых. Заходим. С правой стороны есть стол, стулья, 4 кроватки, 2 односпальные, 1 двухспальная. Попросили отметить, что в прошлом году все матрасы поменены, и они абсолютно новые. Ну, действительно, на вид выглядит очень хорошо. Есть предсистема, картины, прикроватная тумбочка, 1-2, холодильник, телевизор, место для хранения. Выглядит оно вот так. Этот номер с балконом, то есть можете выйти, есть пуфик, посидеть. Тут виноградник на заднем дворе. Санузел в номере выглядит вот так. Туалет, раковина и душевая. Снять этот номер на четверых сейчас можно за 2400 рублей. Смотрим двухкомнатный номер. Он рассчитан до 6 человек. Такая двухъярусная кроватка. Очень интересное исполнение. Место для хранения, сплит-система, раскладывающийся диван, стол. Стол с зеркалом, телевизор и прикроватная тумбочка. Здесь холодильник, микроволновка и собственная кухня. Стол, газовая плита, вода сюда, набор посуды, вытяжка, еще чайник. И вторая комната. Место для хранения и двухспальная кровать. Шкаф выглядит вот так. Санузел. Туалет, раковина, зеркало и душевая. Стоимость этого номера 3000 рублей. Смотрим с вами трехместный номер с возможностью доп. Места. Есть уголок такой, в котором можно посидеть, холодильник свой. И вот так вот выглядит сам номер. Односпальная, двухспальная и возможность раскладывающегося кресла. Также есть плит-система, место для хранения, телевизор. Если вдруг вы сюда приезжаете вчетвером, будете пользоваться доп. Местом, то стоимость будет так же, как и за троих, 1800 рублей. Шкаф выглядит вот так. Санузел в этом номере очень просторный. Душевая, унитаз, раковина и зеркальце. Сейчас мы, друзья, смотрим с вами номер трехместный с доп-местом. Вот так вот выглядят детские кроватки, если вдруг вам понадобится. За доп-место тут также не берутся, стоимость у него 1800 рублей. То есть есть две прикроватные тумбочки, холодильник, сплит-система, телевизор, место для хранения, балкон. Номер, кстати, с видом на море. Парашюты летают там впереди и во двор на бассейн. В центре Витязева отдыхать за 1800 рублей. Вид, конечно же, наишикарнейший. Шкаф выглядит вот так. Санузел — это унитаз, раковина, зеркало и душевая. Вчетвером с видом на море, мне кажется, очень-очень даже неплохо за 1800 рублей. Пишите ваше мнение обязательно. Двухместный номер за 1200 рублей на двоих. Прикроватная тумбочка, стол, холодильник, телевизор, сплит-система, место для хранения. И вот так вот стоит здесь двухспальная кровать. В номере есть балкон, смотрим, также задний двор, виноградник, свой санузел, унитаз, раковина, зеркало и душевая. Дорогие друзья, будем рады вас видеть, приезжайте, с 15 сентября у нас будут понижение цены, то есть цены будут вообще на минимуме. Информация по пляжам. В ту сторону мы можем пройти на пляже Чужой России. Если поворачиваем, идем в эту сторону, то вот видите, мой дом виднеется и километр до моря. Получается по улице Светлой, пляж Аквамарин. Но самое интересное, что вот здесь останавливается маршрутка, которая едет на Тартугу за 40 рублей. Вы доезжаете на тихую чистую гавань, пляж, куда мы сейчас с вами и отправляемся.
Температура воздуха в машине ехал 36. Это довольно-таки приятно. Машин еще много, но мест уже гораздо больше свободно. Даже вот здесь можно оба перепарковаться. Вот сюда именно приходит маршрутка на тихую чистую гавань. Здесь сделали навес для вашего ожидания. Есть возможность купить квасика. Вот так называется пляж. Вот этот самый навес, есть мусорки, есть сел свое для покупки предметов для тех, кто приехал на пляж без ничего. Маски, ласты, коруги. С правой стороны камеры хранения, туалет, душ, настил непосредственно до самого пляжа. Есть переодевалочки, слева горка для того, чтобы прокатиться на ней можно было. И лежачки. Лежачки здесь по 300 рублей. Есть такие вот бунгало с качелькой, просто полежать. Вот такие вот. Они закрываются полностью, чтобы создать интимное настроение. Людей, кстати, стало здесь очень мало. Есть мороженое, напитки, выпечка, шашлычки жарят здесь мужички. Вот он, бархатный сезон, начало. Зонтик, по-моему, 800 и два лежачка стоят возле него. Катамараны 1000 рублей час, 600 рублей полчаса. В общем, ценники все как везде. Солнышко чистое, морюшко, как всегда, чистое. В этом году приятно снимать, то что вот, вначале не стал хайп ловить на водорослях, и у меня так и пошло. Всегда, когда прихожу, море просто чистейшее, как стекло. Посмотрите на эту водичку, идет небольшая волна, ветер, кстати, южный, температура воздуха у моря показывает 32,6, и замеряем температуру водички. Ну, шикарная вода, посмотрите, насколько прозрачно. Вы можете пока в комментариях писать, какая температура, как вы думаете, друзья. Вот такую волну прям хорошо купаться везде, наслаждаться морем. Чего я вам советую делать от души. Вода, причем помимо того, что очень чистая, она еще и очень теплая. Сегодня море просто идеально. Если я был на речке Можжевщин, там были водоросли в воде, то здесь их вообще нету. Даже немножко обидно. Хочется, чтобы они все-таки чуть-чуть присутствовали. We'll be right back.
люди на берегах позанимали места. И причем вот если в прошлый раз мы приходили, людей было больше, то сейчас как-то даже немножко пустовато. Вот в ту сторону Токтуги я вижу, что людей, ну, по ощущениям больше. А здесь, ну, идеальный пляж, мне кажется, тихая, чистая гавань. Это здесь, сколько раз приезжаю, всегда чистое море. Если вы здесь отдыхали, пишите, как вам. Все, температура больше не меняется. 28,8. Вот 27,8 с утра. В обед, можно сказать, и сейчас вот уже 2 с лишним часа дня. И водичка почти 29 градусов, друзья. Ну, а с вами был Юрий Азаровский. Спасибо большое, что потратили это время на меня. Звоните напрямую, телефонные номера в названии, в описании. И я надеюсь, что вам будет хорошо отдыхать. Потому что многие подписчики приезжали, отдыхали. Гостевой дом работает до последних клиентов. Готовы работать до конца октября. В следующем году обещают еще и подогрев бассейн. Поэтому еще будет больше по времени принимать гостей. Молодцы ребята. Занимаются тем делом, которое им нравится. Это самое главное. Все, ребятки, прощаемся с пляжем, смотрим до следующего дня и хорошего всем вам и отдыха.